Нормальный А, водитель, вот если первый ты вопрос. его знаешь. Почему именно Остужевское кольцо? А, потому Ты что только я... его изучил, вопрос такой. Нет, я через него езжу. Да у меня, в принципе, было много где ДТП на самом деле. И около этого самого, около галереи Чужого меня пазик притирал, но это старое ДТП, может быть, как-нибудь выложу. Опять же, на Куйбышево 102 несколько ДТП было на Ну всем вот известном в основном у перекрестке. тебя Но в основном на большинство кольце, да. на Остужево. А почему именно это место? Мне, выезжая из дома, я не могу никак его миновать, чтобы я не проехал ни в город, ни дальше по левому То берегу. есть это И, он соответственно, я неподалеку где-то проезжаю его по живет. правилу. Ты сейчас Да, немножко срисовался, да? А в все курсе уже знают, где ты живешь, да? слили непосредственно, где машина стоит, да. Так что... Кстати, вот по поводу того, что сейчас первого, вот дополнение. В общем, это такая случайность из-за того, что ты ездишь постоянно там, Ну да, дом то работа, есть и поэтому ты непосредственно решил, как проезжаю говорится, это место. либо начать хорошо день, либо его закончить хорошо на Остужевском кольце. Правильно понимаю? Я себя аккуратненько, заблаговременно переставилась крайне правый полос еще до въезда на кольцо и по нему, по правилам проезжаю, потому что ну, люди, которые ездят там вообще в целом по кольцам, ездят при перестроении на кольце, это весьма такой непростой маневр, особенно на классике, где у тебя в зеркала, условно говоря, ничего не видно. Там машина идет под углом, и, соответственно, чтобы перестроиться, надо слишком изгаляться, высматривать по зеркалам, чтобы там никто справа не летел. Поэтому сильно проще заблаговременно занять правый Ну, ряд на и этом по я нему согласен. Вообще на проехать. круговом движении заблаговременно. Ну, у нас. Ну ладно, про эту тему чуть попозже поговорим. Кстати, Алексей Шамардин тебе знаком? Знаешь такого персонажа? Слышал, Слышал. Вот спрашивают переписывался. вопрос такой вот очень интересный. Мне кажется, Мститель — это брат Шамардина. Это ошибка, я понимаю, так. Ошибка, естественно. Ошибка. Я Никем не тоже. подтвержденную нас Да. И дошумели. Красноярск, кстати, нас тоже смотрит, и Красноярску тоже привет. Почему БМ ставит машину на тротуаре? Не ставят. А кем доказано, что там, во-первых, тротуар был? Вот Подожди. все как бы начали возмущаться, Ребят, там я пока не читаю ваши запустили комментарии, пока инфу. поговорим. Так, вот смотри, вопрос был такой. Почему ставишь машину на тротуаре? Есть фотография, мне присылали неоднократно. Я знаю. Была, значит, и статья на эту тему в средствах массовой информации. В общем, так скажем, на воронежские ресурсы, именно с паблики, немножко так взорвались, да, этой информацией. Как же так? Белый Мститель, который за соблюдение правил дорожного движения, ты всем своим поведением показываешь, что нужно соблюдать, и требуешь более того от других участников дорожного движения, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Я прав? Да. Требуешь. Следующий Возможно, момент. что мы Ты доказали какой-то. ссылаешься в твоем, значит, ответе, я услышал, что это не доказывает, что это тротуар. Визуально ты можешь определить, что это тротуар? Визуально. Мы не берем нормы всевозможные права. Во дворах Визуально? это бывает крайне спорная штука на самом деле. Ну, вот Это смотри, надо лезть в кадастр. Я видел фотографию, которая непосредственно, значит, в интернете была. Она И даже ты есть ее сейчас видел. В приложении на Мирограмм бьется. И самое главное, Спокойно. я могу определить, что это тротуар. Даже если он спорный, но мы не берем ситуации, где Алексей Шамардин, где там реально видно, что это не тротуар, вот мир вкуса, конкретно этот участок, все остальные там понятно. А вот мир вкуса, за что мы бились, там все замечательно, все, слава богу, все классно. А, это Значит, на Ленинском проспекте да, где-то. все верно, Да, это я вот на видел Ленинском, сюжет там. там никакого тротуара нет. И также паркуются транспортные средства абсолютно законно, никого там Там не еще знаки привлекают. поставили, Да, да, только да. разница лишь в чем? Там поставили знаки, но ничего не изменилось. Конструктивно все то же самое. Вот, в общем, какая-то непонятная была деятельность вот там. Так вот, значит, касаемо тебя. Ты стоял, по моему мнению, ну и вообще как бы любого водителя, на тротуаре. Вот скажи, имеешь ли ты моральное тогда право у людей учить правила дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения, вот хотя бы на кольцах, на круговых движениях? Вот мне кажется... Я никого не учу, я просто езжу, Ну соблюдаю смотри, правила дорожного вот до движения, этого я кого тебе задал захочу. вопрос, что ты как От раз учишь. Ты родителей. ответил да. Я просто к чему тебе? Мне, мое личное мнение, если ты пытаешься доказать и показать людям, и научить их, то тогда ты должен сам держать марку и вести себя таким образом, подобающим образом, чтобы они брали пример с тебя. Да, вот. Я считаю, вот в этой ситуации ты не прав. Ты можешь по-разному там все это... Я знаю, это у нас донаты. Ты по-разному можешь это все интерпретировать, как угодно. Но факт остается фактом. Алексей там, кстати, сейчас делает селфи. Так вот, со мной ты согласен или нет? По поводу того, что... Ну, может быть, визуально, да, но... Что мешало тебе встать не там, а в другом месте?
Да там, в принципе, можно хоть час подъехать, сделать фоточки. Там на данный момент четверка белая стоит, 46-й На регион. тротуаре? Ну вот, да, пущай подъедут, сделают фоточки, в чем Нет, так дело проблема-то? не в этом. Сделают фоточки, отправят там в ГИБДД, там, привлекут, не привлекут к ответственности. Тут Это уже да. о другом вопрос идет. А имеешь ли ты, вот дело в том, что вот я себе не могу позволить нарушить правила дорожного движения. И даже если я не говорю, что я святой человек, я там не могу там нарушить, я стараюсь этого не делать. Потому что у нас бывает дорожная обстановка такая, что ты при любых обстоятельствах, но не можешь не нарушить. Потому что так сложилась ситуация, что тебе просто приходится. У нас много неправильных перекрестков, неправильно организованных. Ситуации дорожные такие. Есть и другие дураки, которые вынуждают тебя нарушать. Ты это прекрасно Выпихивать, понимаешь. да, Поэтому выпихивать частенько. я бы хотел бы, чтобы ты учел общественное мнение по поводу того, что если ты действительно демонстрируешь, у тебя благие намерения, ты хочешь, чтобы другие соблюдали правила дорожного движения, то Ну, ты учтем, и но опять демонстрируй. же, никто из общественного мнения не взял, не открыл кадастровую карту, Она никакого отношения никому не не взял имеет. выписку и не ткнул, что действительно не Скажи, установил вот ты факт когда того, как что. водитель, ты же едешь не исходя из наличия у тебя кадастровой карты, а По исходя знакам из разметки. обстановки дорожной и правил дорожного движения, верно? Ну, по Знаков и знакам по разметки. разметке, Вот да. сейчас ты определил же визуально, когда ехал, что это тротуар все-таки. Визуально же это тротуар, возвышенность, Ну, верно? возвышенность, Бордюр, которая возможна. все красиво сделано, чтобы люди там ходили, верно? Я вот про это говорю. Поэтому я надеюсь, что ты услышал и сделаешь свои выводы, и там транспортное средство. Но зачем провоцировать людей? Они же, я понимаю, может быть, у тебя, может, задача другая. Какая у тебя вот задача? Похайпить или же благо обществу принести? Вообще, в целом, канал создан с тем, чтобы люди смотрели как бы видеоматериалы и понимали, как поступать Действовать. не стоит. Да, то, Благая что цель. вот вырезают там с крайней левой полосы, не смотрят по По сторонам, поводу потом кругового УАЗик движения мы отдельно начинает. поговорим. Просто в целом, я так скажу, сама идея и то, как это все начиналось, Идея неплохая. я скажу так, идея действительно неплохая, но она немножко перерастает не туда. И уже за определенное количество времени, с момента, когда вот ты начал этим заниматься, так скажем, учить водителей, да, значит, и вот Скорее сегодня. всего, Это две ездить большие себе некуда, разницы. да. Вот, допустим, когда ты мне прислал, просто я действительно давно знаю Олега, значит, он ранее просто писал мне, чтобы было просто понимание вообще, как мы познакомились. Впервые мы сейчас встретились вживую. Значит, за какое-то время, не помню, год назад, нет, меньше даже, месяцев 7 назад где-то примерно, впервые ты написал, наверное, да? Впервые я как раз-таки, по-моему, обратился по прадику, чтобы совета спросить. А, Вот как вот как раз раз-таки вот когда ДТП ты Слонхозе Прадеда. прозвали тебя Белым Да, Мстителем. и Вот, тут же выходит в статья в общем, комсомольской тут правде. смысл в Можно, чем? чтобы он почетче просто говорил, плохо слышно, не до конца люди понимают. Да? Только погромче говори, Возможно, да. да. Погромче Так, говори, чуть-чуть, ну, более понятнее, четко. четче, да. Да. Ну, мы учтем. Спасибо большое. Вот, о, кстати, Антох, может быть, ты пока будешь и что там озвучивать какие-то моменты. Вообще, огромное тебе Там, спасибо, потому кстати, что. с Астрахани Саша привет передавал. Да, привет тебе, Саш, с Астрахани, с Воронежа от ДК, от Вадима, Просили от ребят, от левым или пацанов. правым глазом? Просто в камеру. Че, Я че, че? слышал. Левым или правым Сказали, глазом? мы тебя Держим и пытаем. Вот если не так, то задержим. Всякое может быть. моргаем. В общем, смысле немножко сбили. Значит, познакомились, как мы, вспомнил. Значит, он мне просто писал ну, по всяким разным там моментам, касаемо дорожно-транспортного происшествия. Ну, понятно, в процессе мне стало известно, что это Белый Мститель. Видео, которое мне присылал, они были абсолютно, ну, скажем так, адекватные. В плане того, что действительно совершилось ДТП, потому что водитель тот виноват, который, ну, неадекватен. Ну, как можно взять и подрезать человека, ударить его и вот на ровном месте? Сейчас же вот то, что происходит сейчас у тебя, да, я считаю, вот неправильно, когда ты видишь возможность притормозить, либо ускориться, чтобы не совершить дорожно-транспортное происшествие. Ну ладно, даже ты двигаешься, вот одно дело, двигаешься с одной скоростью, поэтому крайнему правому ряду. Алексей, там что-то слышно у тебя? У тебя в наушниках? С наушников, возможно. А, ну все. Значит, двигаешься ты в крайнем правом ряду с одной и той же скоростью. Видишь, что какой-то мудак, по-другому никак его не назовешь, поворачивает, начинает съезжать с этого кругового движения. И он, ты понимаешь, что он успеет проскочить, а чтобы он не успел, ты ускоряешься.
Можно по-разному это сейчас с твоей стороны говорить, но мы фактически это видим. Поворота, значит, нам привет, полк ДПС. Да, Воронеж. Ой, и вам большой привет, полк ДПС. Нифига себе, сотрудники нам привет передали. Я надеюсь, там ничего плохого. Ну, отлично, все. И вам привет, хорошей службы. Суть в чем? Автомобиль едет в потоке, включает указатель поворота. Что это должно значить для меня? То, что он показывает... Это призыв к действию для тебя, значит? Нет, он показывает свое намерение для того, чтобы изменить свое направление движения, то есть поменять ряд. Допустим, для начала, если мы условно берем именно проезд кольца по ПДД, то ни со среднего, ни с левого ряда по пункту правила 8.5 они не могут сквозануть с кольца. В теории могут, если никому не помешают, грубо говоря, но при этом... Но ты не даешь им возможности сквозануть при любых обстоятельствах. Включил указатель поворота, он этим только лишь дает понять другим участникам движения, то, что он хочет сменить ряд, либо же повернуть налево, направо, без разницы, мы не берем конкретно кольцо, но перед тем, как ему повернуть налево-направо, сменить ряд, он по пункту правил 8.4 обязан убедиться в безопасности своего маневра. Абсолютно согласен. Вот. И при этом, если у меня в полосе нету никаких препятствий для движения, нету впереди автомобиля, почему я не могу менять скорость? Ну, то есть, или замедлиться, подожди, или ускориться. Подожди, ты абсолютно прав. Ты можешь менять как и снизить, так и ее набрать. Так вот, ты же прекрасно видишь, что этого ДТП можно было избежать. Он показывает намерение. Я понял. При этом нет. Он должен убедиться. Вот скажи честно, ты же у тебя есть возможность не совершить это ДТП? Это какое? Любое, вот которых последних, допустим, на Сужевском кольце. Вот когда ты понимаешь, что человек сейчас будет поворачивать... Я вообще не видел, я увидел уже непосредственно. Давай мы тогда, так, усредним просто сделаем. В большинстве ДТП у тебя есть возможность его не допустить? Нет, скорее всего, раз они происходят. То есть человек включил указатель поворота, соответственно, он же должен убедиться в безопасности маневра. Я откуда знаю, что он дурак и решит. Я понял, по ПДД мы поняли. Ну, мы твою позицию понимаем. Повернуть. Просто я тебе о чем. Вот, допустим, все хотели услышать там мое мнение по поводу «Белого мстителя». В целом, проект отличный, избежать, нормальный, классный. Это уже как бы... У меня даже более того, была, не знаю, года два назад идея купить машину, потому что я сам, бывает, еду там по Обручеву кольцу, там по Остужевскому, но в основном это вот по Обручеву, там вообще дикие, еще на большой скорости. Я несколько раз даже успевал уворачиваться, чтобы не было ДТП. И в этот момент у меня мысль купить какую-нибудь «Волгу», поехать на этом круговом движении, в крайне правом полосе ехать и всех брать на абордаж. Вот реально. Я прекрасно его понимаю, но дело в том, что... Что мы получаем в этих ДТП? Большинство же людей не потому, что они такие быки, охреневшие мудаки, попали в ДТП, а просто потому, что дорожная обстановка такая, либо тупо, вот, даже по незнанию. Просто у меня ситуации были, они были в основном просто оборзевшие. Они еще не знают, еще и борзеют. Хочется их там наказать. Вот смотри, на Остужево, там же постоянно пробки. Нет, как? Вообще ни разу, не обязательно. У меня в час пик всегда пробки. У меня было ДТП 3-го, 2 января. То есть 19-го. Ты своими действиями хочешь сказать, что ты года, никак не влияешь на дорожную обстановку в целом на конкретно этом участке, когда ты совершаешь ДТП? Ну, происходит я у тебя ДТП. Я всегда за, по пункту правил 2.6, как он нас обязывает, сделать 4 фото, либо составить европротокол, либо по пункту 2.6.1 разойтись расписками. Вот как у тебя в основном тогда происходит ДТП? Вот произошло, вы сразу отфотографировали, убираете транспортное средство, или ждете сотрудников? Как у вас происходит? Вторая сторона в основном звонит по 112 в Гаити, говорят, стойте, ждите, пока со 112 им передадут, они, соответственно, ни аварийных комиссаров никого слушать не хотят, потому что когда вызов передают по 112, тут же аварийные комиссары, либо они там дежурят где-то, либо около перекрестка магазина, либо около акватории, они непосредственно понимают, что произошло ДТП, и они сами подъезжают, либо же они видят, что вызов по 112 прошел. Непосредственно они подъезжают, начинают рассказывать, но в основном они, естественно, за то, чтобы оформить европротокол. На самом деле они из-за того, чтобы мы ехали на Обручево.
там оформляться. Вот. Они подъезжают, рассказывают, что вам надо или делать 4 фотографии и ехать на Обручево, либо через Европротокол, либо через расписки, в общем, как-то так. Ну, в общем, вы этот оттуда только после того, как приезжают, разъясняют, либо там на месте оформляют сотрудники, либо вы едете в кабинет 53, правильно? Очень по-разному бывает. Бывает, когда звонят непосредственно с Обручева, с 53-го кабинета, что виновнику. Приехали. Да, и в основном это получается так, что виновнику позвонили, условно говоря, он знак спрятал и уехал просто. Меня при этом не оповещает то, что мне надо... Ну ладно, вот скажи мне, вопрос такой. А сколько по времени вы примерно стоите на этом участке, когда произошло ДТП? В среднем час-полтора. Час. Вот полтора часа вы затрудняете движение. Верно? Я при этом не против сделать фотографии. Нет, я про другое. Два транспортных средства. Но вы в целом затрудняете движение для всех. Верно? Там же сразу уменьшится. Может быть, из трех полос две одна получится, верно? Ну, в основном забита крайне правая сюда. Ну, на самом деле, все. Вы как фактически правило, в вот этим ДТП на съезде. Что у нас происходит? У нас происходит задержка всех. Пострадают все окружающие. Из-за одного тот, кто совершил ДТП. Ну, логично. Да. Так вот, скажи, а ради чего тогда все это делается? Ради того, чтобы у нас простые воронежцы ждали, в пробках стояли? Не могли попасть в нужное время, в нужное место? Ну, можно как-то по-другому делать это все? В целом, нет. Пробки мы... Послушай, да, ну пробки, да, понятно. Да. Пробки вообще, в принципе, начинаются. Но усугубляется же все еще и дорожно-транспортными происшествиями. Более того, сотрудники, которые... Значит, сейчас, Антон, 5 секунд. Значит, сотрудники, которые приезжают оформлять ДТП, они же тоже занимаются этим ДТП, отвлекаются от каких-то других необходимых служебных вещей, там, может быть, пьяного где-то поймать. Еще в основном, что-то там. Если это будние дни, если это до 9 часов вечера, у нас, как правило, на Обручево в 53-й кабинет. В большинстве своем 53-й кабинет. Да, да, но да, полтора да. часа люди немножко должны постоять на Остужево. Как бы затруднительное движение, правильно я понимаю? Я при этом их никак не затрудняю, потому ты что конкретно я в курсе нет. правил дорожного движения, я и говорю... Ты же стоишь же там, ты же никуда транспортное средство не убираешь. На кто его знает, он может виновник сказать то, что я никуда не поеду вот. Оформляться. Мы о другом. Ты сейчас говоришь, с точки зрения ПДД, ждать. Я тебя понимаю, тут вопрос да. никаких. То я есть про я другое. Не могу без его действий убрать свою Абсолютно машину. Абсолютно правильно. Я да. говорю, что в целом ситуация возникает, и все страдают от этого. Вроде бы полезного дела. Я к чему? Мое мнение такое, вот если возьмем мы в целом, что немножко нужно, ну, как бы, свою позицию по этому поводу, именно относительно ускорения, либо притормаживания. Ну, то есть тогда, когда у тебя была возможность не допустить ДТП, его не допустить. Может быть, его зафиксировать. Он же тебе не уступил, тебе пришлось применить, допустим, экстренное торможение. И зафиксировал номера. Передать сотрудникам ГИБДД. Значит, соответствующее обращение. Видео у тебя все есть, всегда пишется. Чтобы его привлекли к ответственности. Может быть, таким образом его же привлекут к ответственности. Можно сходить, я не знаю, на прием, может быть, тебе к Виталию Владимировичу Рыженину, комбату, командиру батальона, пообщаться на эту тему, сказать, вот я понимаю, там моими действиями, там вот бывают там всякие ситуации, я там людей простых воронежцев задерживаю там в пробках, ну не конкретно из-за меня, а из этой ситуации. Фактически не я задерживаю. Да, я, нет, ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Нарушитель и вообще эта ситуация. Ну создали вы оба эту ситуацию, просто один из в этой ситуации виноват. Значит, вот пообщаться на тему того, что, ну вот давайте сделаем, может быть, так. Вы будете оперативно искать, значит, виновников, значит, тех, которые там подрезали тебя, по твоему мнению, или там нарушили какие-то другие правила дорожного движения, чтобы они привлекали к ответственности. Это всем будет выгодно и интересно, потому что и с твоей точки зрения нарушитель понесет наказание, и воронежцы от этого страдать не будут. Вот я думаю, наверное, может быть, это правильно было бы. Ну и момент по поводу самого тебя, твоего транспортного средства, не нарушать. Это просто мне вот этим вопросами... Мне постоянно присылают, если у меня это неправильно. Три сокрытых ДТП, то, что смогли виновники избежать своего наказания, то, я думаю, по видеозаписям, по каким-то тут, скорее всего, явно будет бесспорно. Потому что скажут, давай-ка делай, друг мой, экспертизу на то, что запись
не подвергалось монтажу на то, что это действительно было, это дата, ну, послушай, время, ну, если место, действительно имеет место запись видео, прочее, где есть с точки зрения все, закона, и время, и дата, и место, и государственные регистрационные знаки, никаких вопросов не будет. Антон, ты хотел что-то сказать? Скажи, пожалуйста. Так, инспектора города Ростов-на-Дону, вам огромный привет, короче. Не знаю насчет, мы как бы у вас никогда не были, как у вас там вообще с инспекторами, порядочный, непорядочный. Ну вот, ну, в общем, раз передают привет, мы, наверное, хорошие ребята там вас служат. Вот, так что мы вам передаем привет. За наших точно могу сказать, что у нас есть, понятно, в семье не без урода, сами прекрасно понимаете, но в целом очень лучшая такая тенденция на улучшение по отношению к гражданам. Ну, вы сами прекрасно видите, если вот вы можете там написать там в комментариях, согласны вы со мной или нет. Если не согласны, вы скажите, где у себя какой-то инспектор, кто конкретно себя там не, как-то неправильно либо противозаконно себя вел. Мы обязательно тоже обратим внимание, может быть, даже пообщаемся с этим инспектором. Вот, так скажем, видеоотчет, может быть, даже сделаем. Но я думаю, там все нормально должно быть. Вопрос какой-то там есть, да? Привет Владу Помотилову? Помакилов. Килов? Помакилов. А, Помакилов. Ну, он в курсе, кто он такой. Привет, да. Ты просто погромче. Там скажите. Я понял. Кстати, напишите, там нормально все слышно. Меня, Белого Мстителя. Это даже не Россия, это Украина. Все отлично, да? Нам Алексей тоже подтверждает. Так, я водичку хочу попить у меня. Может быть, просто Остужевское кольцо вымотало тебя, пока ты сюда ехал. Не-не-не, не под таблетками. Да, но он за рулем ездит, какие таблетки, я думаю. Сегодня прилично. Просто разные, у меня темперамент один, у него другой, я более активный. Ну, мы разные люди, это нормально. Тембр речи, да, он размеренно говорит. Скажи, пожалуйста, ты вот, наверное, хотел, наверное, чем-то поделиться, может быть, донести какую-то информацию до тех зрителей. Нас, кстати, сейчас 373 человека смотрят. И хотел бы посмотреть. Алексей, дай, пожалуйста, мышку, вот, которая вот там у тебя, да. Вот она, я сейчас посмотрю. Ну, что у нас там? Знает. Книжечку правил, да. На самом деле, про оформление ДТП они должны еще на уровне автошколы, мне кажется, рассказывать более детальнее, потому что, как правило, там у людей есть первое, второе ДТП, но в основном виновники понимают, конечно, то, что они виновники, и просто упираются, и или осознанно не едут в 53-й оформляться, может быть, думают, что я там как-то посижу, подумаю час-другой, и в итоге подойду к ним, скажу, ладно, езжайте. Все дело. Давайте разъезжаться. Я тебя, извини, перебью. Алексей, скажи, здесь ничего на колонке не выведется, если я нажму на ютубе прямую трансляцию? Нет. Звука не будет, да? Только через наушники. А, все, отлично. Я имею в виду, вот возможно, есть у тебя такой вариант. Вообще, вот сейчас, опять же, надо учитывать усталость человека, так как в основном все ДТП в вечернее время, то, соответственно, я же откуда-то ехал, я занимался какой-то деятельностью, я могу просто тупо что-то не заметить. Я смотрю, да, по своей полосе, если она свободна, почему я должен смотреть за другими? Есть не, ПДД, но дело в том, что ты же на дороге находишься. Знаешь, как говорится, и за себя, и за другого надо подумать. Ты же, ну, любой, как бы, нормальный человек, я не хочет, чтобы у него было ДТП полосы. Случилось. Тебе машину, твой не жалко? Ну, есть машина. Скажи, есть, по поводу Остужевского кольца. На что обратить внимание, чтобы с тобой не встретились, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий? Как им нужно себя вести вот конкретно на этом перекрестке? Да и вообще за перекрестки в целом круговые. Ну, что скажешь? Пункт правила 8.5. Ну, ты расскажи вот людям, может быть, кто-то не знает. Что вот они должны делать? Ну, если они не понимают, что такое круговое движение в целом, то я не ты думаю, расскажи, как нужно им действовать. Пункт правила 8.5 что-то решит. Ну, для поворота налево или направо водитель обязан заблаговременно занять крайнее правое положение, ну, или правое, или левое положение, соответственно. Вот. И это заблаговременно должно быть действительно заблаговременно, а не так, как он едет по средней полосе, доезжает ближе к нужному ему съезду, включает левую, включает правый поворотник и начинает просто вырезать весь ряд и уходить с кольца. Это прямо очень часто бывает. В основном даже и по левой стороне, по левой полосе едет, включает правый указатель поворота или вообще не включает указатель поворота, просто начинает по диагонали пересекать среднюю и правую и уходит с кольца, соответственно. Ну, вот.